рюкзачков. Рюк родился на фабрике рюкзаков. Он проделал долгий путь, чтобы оказаться на Озоне. Заходи на Озон, ищи Рюка и его друзей и отправляйтесь вместе в рюкзачные приключения спина к спине. О! Это доктор Спрут! Самый крутой суперзлодей в этой вселенной! Ему никогда не сравнится с супертайфуном. Сегодня привезли новые фигурки с ним. Я очень хочу купить себе такую. Ты не прав, Алекс. Во-первых, супертайфун не может стрелять из щупалец. А во-вторых... Вау! Скоро выйдет новое коллекционное издание комиксов про доктора Спрута. В котором он снова продует супертайфуну. Жду не дождусь, когда мы с Алексом сможем поиграть с новой фигуркой и одолеть парочку суперзлодеев. Ты ничего не понимаешь в крутости. Доктор Спрут при помощи своих технологий с легкостью победит тайфуна. Ребята! Да они оба. Полный суперотстой. Кто по-настоящему крутой, так это единорожки. На вот, почитай. Молли, не мешай. Сейчас я покажу, на что способны суперзлодеи. Ботя, решил меня похитить? Ботя, стой! Верни Молли! Ну, погоди, Ботя! Отпусти Молли! Ты сам это начал. Ой, Ботя, давай остановимся. Мне позарез нужен вот тот значок с темным лордом. Молли, я немного занят. Ты ничего не понимаешь, Молли. Ты выступаешь приманкой для супертайфуна. Благодаря тебе он попадется в мои цепкие щупальца. Ай. Я почти закончила разработку мега-злодейского бота-объединителя. С ним я могу собрать суперсилы всех комиксов и использовать их одновременно. Это самое гениальное устройство, придуманное доктором Боти. Ой, то есть доктором Спрутом. Трепещи! Ай! А? Все-таки ты попался в мою ловушку. Ботя, отпусти Молли. Это дело касается только нас двоих. Я теперь доктор Спрут. Лямки акулы! Конец.
женщин! Это опасно! Хорошо, что Алекс с Киром помирились. Да, и мы тоже. Знаешь, Ботя, все-таки твой доктор Спрут крутой. Ловко ты меня лизунами обстрелял. Да, супертайфун тоже ничего. Но вместе они гораздо круче. Если бы не моя магия, вы бы так и дулись друг на друга. Ха-ха, магия дружбы. Ой, не успели, да? Как жаль, что ярмарка уже закончилась, и вы так и не купили этих замечательных значков-улыбашек. Ой, мы с Лизой тоже себе хотели. Догоняй! Ну ты посмотри на них, а? Они такие радостные с этими значками-улыбашками. Я так надеялся, что Марк купит мне значок-улыбашку. Правда? Давай раздобудем и себе. Только тут мне понадобится твоя помощь. Моя? Твоя. Я видела целую коробку значков у Малены. Мне она их точно не даст. Но если у нее попросишь ты, такому милашке она точно не откажет. Молли, улыбнись же, пойдем играть. Да-да, Элли, скоро присоединюсь. Хватит раскисать, надо радоваться. Ура! Не будь такой кислой, пойдем веселиться! Да, оттянемся! Нет. Кислой? Эй, Молли, не ки! Только скажите, что я кислая? Закопаю. Ой, это же малыш Ви! Извини, Молли, когда я просил значок и для тебя, Малена сказала, что такому кислолицому рюкзаку, как Молли, никогда не видать значка улыбашки. Вот. Иди, Вил, полепи где-нибудь шарики из грязи. Молли, да они с этими значками вообще с катушек съехали! Вот и не буду веселиться с остальными. Молли! Я буду не просто кислая, я буду... Грустить. Все должны улыбаться. Все должны веселиться. Реально с катушек съехали. Мы заставим вас веселиться. Вау! Как-то не до этого! Ну, ты их разозлила! Это все из-за этих дурацких значков, говорю тебе! Улыбаться, улыбаться! Ребята, сюда! Ой. Ботя!
Ребята, вы же понимаете, что, находясь в тупике, шанс спастись от толпы зомби равен 1 к 200. Ботя, мне и так грустно, а тут еще ты со своей математикой. Шш. Слышите? Ребята, знаете, будет очень грустно, если толпа безумных зомби-рюкзаков заставит нас веселиться. Тихо! Ёшки-костюшки! Все равно буду грустить. Ой. Веселиться! Веселиться! Кислая! Ты слышал? Что? Давайте немного погрустим. Вы входите в сокровищницу злого колдуна Бака Темного. Сокровища лежат огромной горой перед вами. Но что это? Вы разбудили стражу сокровищ. Каменные статуи вокруг оживают и окружают вас. Что вы делаете? Я хочу остановить их музыкой. А я беру щит и меч. Статуи все ближе. Одна из них протягивает свою когтистую лапу. Лиза, бросай кубик, чтобы остановить их. Дети, идите обедать. Давайте пообедаем и продолжим. Мне так нравится эта игра. Там прекрасные единорожки и магия. И опасные чудовища. Никакой магии не существует. И чудовищ тоже. Это в твоей глупой книжке написано? Ничего не глупой. Давайте лучше кубик достанем, чтобы хозяева не искали. Только я один не пойду. Там темно. Ботя, но ведь чудовищ не существует. Чудовищ нет, а темнота все равно есть. Чего стоим? Там темно, ни у кого нет фонарика. Ботя, у тебя же есть фонарик в смарте. А, точно. Ботя, ну давай быстрее. Вот он, моя прелесть. Если его бросить, случится магия. Если его бросить, снова придется искать. Ну я же говорил, придется снова искать. Добро пожаловать в таверну «Потертая лямка». Какое приключение привело вас сюда? Мы ищем вот такую штуку. Это же камень из посоха темного Бака. Его злобные статуи держат в страхе всю округу. А как нам его найти? Его замок находится за таинственным лесом, со тролльем мостом и зловещими болотами. Вон там. А может быть, есть другая дорога? Какой-то он страшный, этот лес. Ботя, ты что? Чудовищ не бывает. Тем более так ближе. Ботя, ну мог бы наколдовать что-нибудь. Магии не бывает. Тем более я не знаю, как это колдовать. Как же не знаешь? Посох в лямке, жесткая стойка, уверенный взгляд. И ты должен верить в себя. Ну или волшебное слово сказать. Запомнил? А теперь вперед! Он не выглядит дружелюбным. Сейчас мы разберемся. Мальчики, я все сделаю сама. Дорогой мистер тролль, нам нужно попасть на другую сторону моста.
За проход надо платить. У нас нет денег, но я могу заплатить песней. Позвольте вам представить отважный наш отряд. Рюк смелый воин, защитник слабых. Котя мудрый маг, он чудесами магии к победе нас ведет, а я прекрасный бар. Хотя бы здесь у нее получается петь. Магия какая-то. Мажу он вернет. Кобольдов подолели, и мага победит. Вообще-то песня еще не закончена. Но если вы нас пропустите, то я напишу и про вас. Про меня? Хорошо, проходите, друзья. Вперед, ребята! Замок уже рядом. Давайте быстрее отсюда уйдем. Что это? Наверняка лягушь. Молли! Молли! Рюк! Котя, колдуй! Котя, у тебя все получится! Котя, ты летал! И даже сломал корни монстра! Котя волшебник! Я волшебник! Я могу колдовать! Вместе с магией Боти мы победим темного Бака! Эй ты, злодей! Мы пришли за сокровищем! А? Ах так, получайте! Котя, помоги! Ребята! Нет, я все смогу! Руки прочь от моих друзей! Что вы наделали? Ха! Это магия! Выкуси, злодей! А теперь отдавай кубик! Вы пришли за этой штукой? Тогда я отдам его вам! Ведь вы нашли нечто более ценное, чем сокровище! Проявили смелость и... Все, забирайте кубик и уходите! Надо было сразу отдать им кубик! А что имел в виду темный Бак, когда сказал, что мы нашли что-то ценнее кубика? Молли, он говорил про Ботю! Ботя нашел уверенность в себе, и поэтому у него все получилось. Просто нужно было верить, что у меня все получится. Ребята, скорее искать кубик! О, 20! У меня получилось! Партия супер-единорогов готова. Алекс, твой папа работает в таком крутом месте. Фабрика очень изменилась с появлением ИПСИ. ИПСИ? Что это? Новый станок, искусственный интеллект, производящий современные игрушки. Круто! А что стало со старым станком? Он сломался, тогда как раз появилась ИПСИ, и мы стали делать только новые игрушки. Мне и старые игрушки нравились, особенно Плюша. Плюша? Да, мой медведь. Мне папа дарил давно, а я его потерял. Сейчас таких уже не делают. Давайте поищем, где тут старые игрушки, и найдем там Плюшу для моего хозяина. Тут делали старые игрушки, но там неинтересно. Пойдемте дальше. Надо спешить, пока хозяева не заметили, что нас нет. Игрушечки, что же мы там найдем? Может, пружинчатого динозавра? Или плюшевое мороженое? Молли, мы идем и искать игрушку коня. Алекса. Нужно как-то открыть эту дверь. Если мы возьмем что-нибудь тяжелое... Тяжелое, говоришь? Нам понадобится применить силу равную... Молли, ты читаешь мои мысли. Но нужно было чуть меньше силы. Я взяла с запасом. Какое классное место! Как-то тут темно. Давайте скорее уйдем отсюда. О, смотрите!
Может, он сможет нам помочь? Кто здесь? Зачем вы пришли к великому бабушке? Здравствуйте! Нам нужна игрушка. Белый медведь примерно вот такой. Конечно, бабушка может такого сделать. Только почините меня. Когда бабушка сломался, его заперли одного и стали делать новые игрушки. Бабушке они не нравятся. Нет, нет. Ботя, тут задачка для тебя. Починишь? Запросто. О! Привет, ты же не собираешься нажимать на эту большую красную кнопку? А вот и собираюсь. Я не разрешаю вам включать старого болвана. Он делал плохие игрушки. Он наказан. Еще чего? Нам нужен Мишка. Зря вы это сделали. Спасибо, друзья! А теперь настало время для веселья! Какого еще веселья? Такого! Я вернулся, напыщенная ты пластмасска! Я отключу тебя, болван! Делать игрушки буду только я! Это мы еще посмотрим! Вперед, мои защитники! Отключите это старье! Надо было сразу уходить. Нужно отключить их, пока они тут все не разнесли. Люк, вон та кнопка отключает и пси. Котя, Молли, вы туда, а я к бабушке. Вам не следовало становиться у меня на пути, прекрасные единороги! Фу. Не трогай! Наконец-то мы вас поймали! Больше не будете мешаться! Сначала я поставлю вас в угол, а потом отключу этого железного увольня. И в этот раз банка напыщенная! Подождите! Вместо того, чтобы спорить, вы могли бы делать игрушки вместе. Да, мне вот единорожки нравятся. Ха-ха. А я вот люблю роботов. Всем нравятся разные игрушки. Кто-то любит роботов, а кому-то нравятся единороги. Дети хотят больше игрушек и самых разных. К тому же вы могли бы работать вместе и придумать новые игрушки, как те, которые сделали мы. Мне всегда нравились твои творения, бабушка. Просто я завидовала, что не могу делать такие же. Ипси, а я всегда восхищался твоими вертолетами. Вау! Смотрите, еще игрушки. И такие классные. Вау! О, это, наверное, что-то новое. Раньше мы такие не делали. Извините, что пришлось ждать целых 6 часов, пока я доделаю сомнамбулятор 2000. Хотя то, что Лиза уснула, очень даже кстати. Завтра защита проекта. Осталось отрепетировать. Уважаемые зрители и жюри, позвольте представить вам это устройство. Показывает сны. Кир боится публичных выступлений. В прошлый раз он из-за этого проиграл конкурс. Может, я лучше покажу? Раз, два, три.
мадемуазель, вы êtes la plus belle fleur de cette ville. А? Что я пропустила? Кир, до завтра! Выспись хорошенько! Увидимся на твоей презентации! Ага! Уважаемые зрители и жюри, разрешите представить вам устройство, позволяющее видеть чужие сны. Уснул, Русишка. Что тебе снится? На-на-на-на. Подумай только! Получилось! Я во сне Кира! Вот бы Рюк и Молли видели! А! Как вы тут оказались? Приснились. Ага. Ущипните меня. Больше так не делай. Итак, мы находимся во сне Кира. Буквально в его сознании. Здесь он наиболее восприимчив к воздействию. И мы воспользуемся этим, чтобы избавить его от страха... Серого волка! ...публичных выступлений, Молли. Да нет же, серого волка! Это Кир, а это серый волк. Боюсь, что сначала нам придется разобраться с этим. И чем этому волку мой хозяин не угодил? Вон сколько овец вокруг. А может, он просто умных любит? Да ну тебя! Умных, говоришь? Рюк, а это может сработать! Глядите, какой я умненький! Ребята! Упс! О, пёсик! Ботя, вперед! Не дадим Серому отведать ягнятинки! Мы сейчас его снова догоним и на этот раз свяжем ему лапы скакалкой! Главное – поторапливаться! Лапы прочь от хозяина! А? Я их сделала сама! Из кабачков и патиссонов! А еще я люблю вязать и рисовать героев аниме. Мой любимый персонаж М из блокнота жизни. Я разберусь с волком, а вы с Молли поищите Кира среди зрителей. А еще я отлично готовлю лазанью. Мама говорит, что у нее самая лучшая дочь. А вот Кир. Уважаемые зрители и жюри, меня зовут Кир. Я... Ну же, Кир. Я... Вы только поглядите на него. Двух слов связать не может. Трусишка. Ребята, я понял. Волк, это и есть страх Кира! Ага! Случается такое, кружится голова, и пот течет с ладони, как будто в них река. И ноги вдруг трясутся, слова пропали. Толчком голодным резко к тебе нагрянул страх. Но ты его не бойся,
ты пни его под хвост. Завидуй сей и вместе щипайте ему нос. Слышали? В честь юбилея нашей школы будет вечеринка и настоящий рок-концерт. Может, по-быстрому сколотим рок-группу? Такую же, как Царь и Кривляка. И зажжем там! Давайте не будем ничего зажигать при таком скоплении народа. Это противоречит правилам пожарной безопасности. Давайте просто оторвемся по полной! Ю-ху! Мы срочно должны собрать группу и всех порвать на этой тусовке. Мы станем популярны, про нас заговорят. Возможно, сам Темный Лорд пригласит спеть с ним. Супер идея, правда? Мы станем настоящими рок-звездами. А называться мы будем «Бешеные рюкзаки». Я могу играть на клавишных, рюк на гитаре, а ты, Молли, петь. А кто будет барабанщиком? Рок-групп без ударника не бывает. Объявим кастинг и выберем самого крутого барабанщика в нашей школе. Мы быстро найдем барабанщика. Мы друзья! И разлей вода! Зажигаем вместе! Всегда! Ты не так играешь! Это ты ритм не держишь! Смотрите! И восхищайтесь! С ним наша группа будет называться Кларк Бэнд. Так, Кларк, стой! Прости, Кларк, но в этой группе может быть только одна звезда. Вы еще пожалеете! Она же милашка. У нее не получится вписаться в нашу группу. И как нам ей это сказать? Рёк, скажи ей что-нибудь. Элли, понимаешь, мы жесткая рок-группа и... Конечно, понимаю. Вы не будете разочарованы в моей партии. Он великолепен! Это просто бомба! Ни в одной группе не было голубя-барабанщика! Ну ничего, я еще смогу показать себя. Элли, извини, голубь, репетировать! У них на барабанах играет голубь! Простите, а можно автограф? Не думала, что слава так утомительна. Вау! Все, раздача автографов закончена. Поздравляю всех с юбилеем школы! А вот и те, кого мы все так ждали. Встречайте! Бешеные рюкзаки! Голубь! 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 Мне кажется, или им интересен только голубь? Давай потом, а сейчас вмажем рок! Наверное, нужно было поставить пометку, что пронос еды с собой запрещен. А может... Да и не нужен нам этот барабанщик! Мы достаточно крутые и без него! Раз, два, три! Не понимаю, как можно играть рок без барабанов? Подождите! А как же мы? А как же Темный Лорд? А как же Слава? Слава, Слава! А? Отбрось уныние и лень и врубай рюкзак-рок. Рюкзак-рок — это радость.
Поднимаем вверх. Наши слова успех. Наши музыки все стены дрожат и ходит на дуном потолок. Танцуй на лямках, на ногах и ушах, когда играет наш рук за крок. Рюк за крок, это радость и смех, настроение для всех. Рюк за крок, поднимай лямки вверх. Наши слова и успех. Спасибо вам! Перед вами выступали прекрасная Молли, эффектный клавишник Ботя, отличный гитарист Рюк и крутая барабанщица Элли. И вместе мы бешеные рюкзаки! Бешеные рюкзаки, бешеные рюкзаки! У меня получилось! Я стала такой же крутой, как и голубь. Круто вчера оторвались. А вы слышали? Через неделю в школе будет настоящий бал. Класс! Я должна быть на этом балу настоящей принцессой. Кто из вас будет танцевать со мной? Угодно готов сделать, чтобы сегодня не было контрольной. Да напишешь! Я ждал ее всю неделю. Готовился. Ну и проблемы у вас, мальчики. Лично я о ней вообще впервые слышу. Скоро Кир решит очередную контрольную на 5. Надеюсь, у Алекса получится. В любом случае, нашим хозяевам может понадобиться помощь, поэтому предлагаю далеко не уходить от них. Ой, лошадка! Давай кататься! Эй! А как же кататься? Некогда развлекаться, Молли! А? У наших хозяев контрольная! Контрольная! А нам, кочующим бесхозным рюкзакам, не нужно беспокоиться о хозяевах и контрольных. А как же вы тогда учитесь? Зачем нам учиться? Мудрая Глория и так все знает. А ну стой! Эй, рюкзачный народ! Слушайте меня, предсказательницу Глорию. Я подарю вам свободу от контрольных работ. Эй, вы! Хотите больше не беспокоиться о контрольных ваших хозяев? Я могу вам с этим помочь. Из образовательного процесса нельзя исключать этап проверки полученных знаний. Это было бы нечестно. Мой хозяин зря всю ночь готовился. А Лиза не готовилась. Но я привыкла, что она в меня плачется. Видение явилось мне. Вы трое, как помочь хозяевам вашим? Вижу. Есть куст сухой, колючий, старый, что средь зарослей биологии кабинета сокрыт. Он явит чудо вам, коли вы его польете. Моей хозяйке правда, только чудо поможет. Чудо – это не научно. Если ты пойдешь с нами, я помогу тебе с тем твоим экспериментом по пересадке учебников. Поймал на слове. Пойдемте же скорее. Ну что, давайте поливать этот сухостой. А может, все-таки... Просто добавь воды!
Чудо! И как это должно нам помочь? Глория нас обманула! Отстань! 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 Придумал! Ботя, крюк направо! Молли, зигзаг налево! Глория, шарлатанка! Нам нужно срочно возвращаться назад! Мы с вами сорвем контрольную! Ваши хозяева пойдут по домам, а вы станете такими же, как и мы, кочующие рюкзаки! В этом нам помогут леденцы и яблочная газировка! Рюк, она хочет залить всю школу пеной газировки! О, звучит неплохо! Да ее не отмоют после этого! Школу закроют! А ну стой, обманщица! Вам удалось спастись? Мы пришли остановить тебя! Я подарю рюкзачному народу истинную свободу и независимость! Вы нужны своим человеком только для похода в школу! А если ее закроют, вы станете свободны. Это неправда. Нам нравится ходить в школу и помогать своим хозяевам. Мы с Алексом, не разлей вода. Мы с Лизой даже спим вместе. Эй! И мне хорошо с моим хозяином. Контрольный, отстой. Но со школой я прощаться не готов. А я не понимаю, что тут происходит. Но я на стороне Рюка. Ничего не понимаете! Свобода важнее всего! Важнее всего то, что мы любим школу и своих хозяев! Ах так? А? Контрольная! Давайте я все-таки на концерт в своих очках пойду. Хорошо, что концерт будет на улице. Там не будет никаких шкафов. Или все дружно посидим дома. Только не это. Мы что, зря готовили этот прикид? Да, в такую погоду концерт на улице точно отменят. Слышали? Надо как-то выручать. Вот бы выключить этот дождь. Надо найти фабрику погоды. Молли, погода — это не кучка кнопочек, а совокупность метеорологических явлений. Не будь занудой! Просто посмотри в свою штуковину. Наверняка фабрика погоды где-то в небе. Это не научно. А ну-ка, кыш! А что это там такое? Это наверняка фабрика погоды. Ботя, посмотри. Давайте отправимся туда и попросим перекрыть кран с дождем. Отличная идея. А может, это просто дирижабль? Эй, вы что делаете? Рюкзачные авиалинии к взлету готовы. Что это там такое? Мы сейчас врежемся! Ау! Тут кто-нибудь есть? По-моему, здесь никто не работает. Отлично! Тогда мы все исправим и сделаем хорошую погоду повсюду. Тут наверняка все автоматизировано. К тому же нельзя сделать хорошую погоду везде. Так
почему, говоришь, нельзя сделать хорошую погоду для всех? Потому что погодные явления взаимосвязаны. Солнце испаряет воду и образует облака. Ого! Какая огромная фабрика! Ой, а там что? Побежали дальше! Вау! Кажется, мы нашли комнату управления! Ух ты! Сколько тут экранчиков! Давай сделаем идеальную погоду! Вот он, дом Боти! О, солнышко вышло! Сейчас и над домом Боти сделаем! Так... Ой, это совсем не то! Снежок! Я люблю снег, пусть останется! Молли, нам нужно установить хорошую погоду, чтобы наши хозяева попали на концерт! А, точно! А может быть нажать вот эту симпатичную кнопочку? Молли, подвинься! Рюк, давай вот эту нажмем! Надо подвинуть рычаг! Давай влево! Нет, надо вправо! А давай и влево, и вправо! И одинаковой погоды везде быть просто не может! Рюк, Молли! Куда же они могли подеваться? Что происходит? Рюк, смотри! Что вы наделали? Мы просто хотели сделать хорошую погоду. Ботя, выручай! Без паники! Нужно восстановить нарушенный климатический баланс. Ботя, ты все починил? А что означает этот красный огонек? Чтобы все исправить, придется включить дождь у нас дома. Но ведь тогда наши хозяева не смогут пойти на концерт! Я знаю, но по-другому нам не восстановить климатический баланс. Вам нужно одновременно потянуть за рычаги. На счет три. 1, 2, 3! Ой, что на этот раз? Это перегрузка. Бежим! А дальше куда? Молли! Меня сдувает! Надо спасаться! Мы разобьемся! У меня ничего! Точно! Смарти! Все-таки в природу вмешиваться была плохая идея. Ботя, извини, что мы тебя не послушали. Главное, что все исправили. Да и кто мог подумать, что дождь концерту не помеха? Концерту нет. А вот моему крутому мейкапу еще какая помеха? Это не смешно, ребята. О, снежочек. Хочу познакомить вас с хранителем моих сокровищ. Бальтозавром. Вот оно, мое богатство. Молли, можно я возьму лупу? Я так давно хотел посмотреть на насекомых. Еще чего? Вы вообще знаете, как долго я собирала эту коллекцию? Хорошую кучку хлама ты собрала. Это, по-вашему, хлам? С помощью него мои песни не только услышат, но и увидят! Да, мам? Ты видел, который час? Чтобы через 15 минут был дома. Хорошо. Если я приду домой без космического корабля, меня точно гулять больше не пустят. Давай я тебе помогу. Забирайся мне на спину. Ага. Ага.
Обнаружена неисправность элементов питания. Внимание! Заряда осталось на 10 минут. И где же я возьму этот заряд? На космической станции Ботополис. Мэр этой станции мечтает о лупе, чтобы изучать жизнь на астероиде. Добравшись туда, вы можете обменять лупу на батарейки. Включаю гиперскорость! Я лечу к тебе, Ботополис! Не так быстро! Сначала я заберу у тебя лупу! Странно, но по карте Ботополис дальше. Это ловушка! Полный назад! На абордаж! Сланцы-вранцы! Вы захвачены владычицей галактики! Гони сюда лупу! Не отдам! Она нужна мне, чтобы выменить ее на батарейки на Ботополисе! Забудь о батарейках! Я их тоже заберу. Никто не может просто так забирать вещи у Молли. Гони лупу! А ты попробуй забери! Хочешь поиграть? Бальтазар! Бальтазар! Фас! Бальтазар! Фу! Сейчас вылетит птичка! Ой! Значит, батарейки на Ботополисе. Ага. Заряда осталось на 5 минут. То, что надо. Я слышала, что ты мечтаешь о лупе. Так вот, у меня есть предложение обменять лупу на батарейки. Сначала отдай лупу, а я отдам тебе батарейки. Только чур коробку не открывать, пока я не улечу. А то я слишком привязана к своим штучкам. Если увижу лупу, то могу передумать. Договорились. Ага. Не так быстро! Насчет еще одной птички. Бальтазар, принеси вещи. Тебя, пришелец. Рюк, ты в порядке? Что с кораблем? Вот он. А это тебе от Молли. Ты отдала мне батарейки? Спасибо, Молли. Теперь я починю корабль. Ура! Ребята, я домой. Мы тоже уже загулялись. И все-таки, как Молли так просто рассталась со своими вещами? Завтра мы с тобой идем на концерт Молли. О? Ну что, вы
Вы еще долго будете искать этот насос? Если не найдем насос, останемся тут навсегда. Рюк, я не хочу тут жить вечно. Что ты, Ботя? Тут же так прикольно. А давайте найдем этот насос. Ой. И как мы его тут найдем? Доверься мне, я чувствую, он где-то рядом. Нам сюда. Тут повсюду динозавры. Сейчас найдем насос и покатаемся на них. Вот же он, нашли. Рюк, это не насос. Это домкрат. Ой, они так похожи. Ой. Ой. Мы останемся тут навсегда. Да расслабься уже, тут же весело. Очень весело тут, Рюк. Не догнал. Надеюсь, мы теперь в безопасности. Кто вы? Я известный охотник. Точнее, фотоохотник Себастьян. Я коллекционирую фото редких животных. Для полноты коллекции мне осталось найти и сфотографировать только ускользающий насос. Мы тоже ищем насос! Это же то, чего мне не хватало! Но мы потеряли его след. Я знаю, что делать! К сожалению, мне не хватило прибора, который увеличивает картинку. Подзорные трубы? О! Вижу! Так вот, где было логово насоса все это время! Я иду к тебе! Эй, подожди нас! Мы сейчас разорвемся! Кыш! Поднялись. Ой, а где же Себастьян? Может быть, уже на берегу? Поплыли скорей! Себастьян! Не отзывается. Пока, неудачники! И куда? А как же мы? Обманули дурачков без насосных рюкзачков. А ну, быстро верни нам насос! Он нужен нам как воздух! Спасибо, что помогли мне найти его! Впереди водопад! Ты так и задумывал? Водопаду только рад! Что? Водопад? Нет, 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 нет! Ботя, Молли, придется помочь! Ой-ой, подойдите ближе! Все пропало. И все из-за кого? Не видать мне больше поездок на машине. Каких поездок? На какой машине? Никакой я не фотоохотник. Я машинная сумка с инструментами. Чаще всего родители вашего человека брали меня в поездку только из-за насоса, который лежал во мне, потому что остальными инструментами не пользовались. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Предлагаю сделать насос самим. Это как? Мы сделаем его из подручных материалов. Единственное, нам бы работников побольше. Ну и посильнее. А он не такой страшный. Приступим к стройке!
Ура! У нас есть насос! Спасибо вам! Надеюсь, ваши человеки не забудут вернуть мне насос! Настоящие друзья никогда не забывают друг о друге! О, как же я забыл! Насос может быть в сумке с папиными инструментами! Ура! Мы спасены от скуки! Я буду скучать по гаражным джунглям! Аккорд! Смотрите!